Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 14 ноября и давайте посмотрим, что у нас на текущий момент происходит на финансовых рынках. И начнем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент мы преодолеваем максимальное значение, которые мы видели в понедельник и в пятницу на прошлой неделе. Тенденция на укрепление сохраняется. Ближайшие цели по восходящему движению – это область 1.1753. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальной значений, которые мы видели вчера, в области 1.1637. А пара британский фунт и американский доллар продолжает снижаться. На текущий момент ближайшие цели по снижению это закрепление ниже минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.3061 и далее 1.3026. Возврат к покупкам по данной паре будет актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели в понедельник в области 1.3180 с последующими целями движения на 1.3225 и далее на 3310. Yeah. <sighs> Пара американский доллар, японская иена продолжает укрепляться. Сегодня торгуемся уже вблизи максимальных значений, которые видели вчера. Ну, собственно, там и находится ближайшая цель на сегодня. Преодоление максимальных значений в области 113.70. Следующая цель – это уже остановка в области 114.58, максимум, который был зафиксирован 6 ноября. Возврат к продажам по данной паре мы сможем рассматривать после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера, в области 113.23 с последующими целями движения на 112.78. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое восходящее движение. На текущем момент ближайшей цели это закрепление выше максимальной значения, которые мы видели вчера в области 1.2442. Следующая цель 1.2807 и далее на 1.2911. Возврат к продажам по данной паре мы сможем рассматривать после преодоления минимальной значений, которые мы видели вчера в области 1.2677 с последующими целями движения на 1.25 и 1.24. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое снижение. На текущий момент ближайшие цели это закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели вчера в области 76.15, ну и далее уже пойти на 75.68. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера в области 76.64. Пара еврофунт продолжает укрепляться. На текущий момент ближайшая цель – это закрепиться выше максимальной значения, которое мы видели вчера. Отметка 89.20. Ну и далее уже пойти на 90.24. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальной значения, которое мы видели вчера в области 88.43. По золоту мы видим продолжение нисходящего движения. На текущий момент мы торгуемся в середине вчерашней торговой сессии. И ближайшая цель это уйти ниже минимальных значений, которые мы видели вчера, в области 1274 доллара за тройскую унцию. После преодоления данного минимума мы можем увидеть золото на отметке 1258. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера, на отметке 1279 долларов за тройскую унцию с последующей целью движения на 1280. А нефть марки Brent продолжает снижаться. На текущий момент ближайшая цель это закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели вчера в области 62.81. Следующая цель движение уже на 60.45. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера в области 64.01. И следующая цель движения на 64.93. А по индексу DAX мы также видим продолжение коррекционного нисходящего движения. На текущем для сохранения данного импульса нам нужно увидеть индекс ниже отметки 12961, минимум который был зафиксирован вчера, ну а возврат к покупкам может произойти после преодоления максимальных значений вчерашней торговой сессии, а именно закрепление за отметкой 13165. А по биткоину вчера мы смогли закрепиться выше максимальной значения воскресенья. Собственно, на текущем момент мы видим продолжение восходящего движения по данному активу. Ближайшая цель движения это закрепиться выше максимальной значения, которую мы видели вчера в области 6829 долларов за один биткоин. И последующая цель уже обновление исторических максимумов на отметке 7758. Возврат к продажам, а значит и возврат к коррекции будет актуален по данному инструменту после преодоления минимальной значения, которую мы видели вчера в области 5500. 88 итак коллеги всем спасибо за внимание с вами был саков роман как всегда напоминаю если вам понравилось это видео то ставьте лайк если у вас есть вопросы то пишите их обязательно к этому видео и увидимся уже на наших следующих видеообзорах всем спасибо хорошего торгового дня и до свидания